Всем привет! Сегодня мы разберем рабочий лазерный модуль 473 нанометра из лазерного проектора Big Dipper F1000, ну, из которого я его достал. Посмотрим, что там внутри. То есть удалим, так сказать, интерес. Так, что ж теперь? Блин, одни шестигранники, блин. Ненавижу шестигранники просто. Ух ты, блин. Нахрена начали их тут, блин. Просто дохрена нахерачи. Ну куда столько, блин? Это же полный пакет, блин. Кстати, вот здесь, кстати, вот забыл надпись показать. В общем, сейчас поглядим, какой там кристалл. Завинтили. Просто завинтили, так сказать, с душой, блин. Походу, крутили, блин. Шестигранники. Кстати, да, еще что хочу сказать. Модуль, конечно, он подсевший уже. И если верить этой надписи, он 20 мВт. Ну, то есть, не особо тоже его жалко разбирать. Ну, что-то, мне ли говорить, я 100 мВт разобрал. Причем досконально. Ну, а если посмотреть на YouTube, там некоторые, блин, и по 10 Вт разбирают. Ну, я имею в виду, не наш, конечно, а из других стран. Ну, то есть, в некоторых странах на эту тему побольше любопытно. Нифига себе, блядь. Что-то прямо здесь как-то нахуй все действительно большое такое, нафиг. Я-то рассчитывал, что здесь наоборот все меньше будет, если 20 мВт-то. Здесь что-то реально здоровое все. Просто здоровенные, блядь. Кстати, разбирается такой, походу, хорошо. Походу, стоит только шестигранник, где-то, кстати, кабель вынется, как я понимаю. И можно будет от души заглядывать внутрь. Глядеть, что там и как там, бали. Мне прям вот это нравится уже. Кстати, да, бля, вот эти слова, бля, слова паразиты, бля, кстати, блин, что хотел сказать, блин, ну, просто я не знаю, на самом деле, как перевести тему. Сыновья писать, кстати, фу, блядь, не хочу писать сценарий к своим, так сказать, роликам, ну, ну, не знаю. Всего залито клеем, блядь. Уж какой-то один, кстати, провод оголенный, блядь. Даже два почти оголенных. Ну, капец. Кстати, им нашли FF-ку все. Попался, блядина. А нихрена откручивается. Думал, один какой-то гандон попался, блядь, которых вклеенный или заклеенный, блядь. Которого хрен откручишь, блядь.
благо обошлось. Сейчас я откручу, на 2 ставлю. Мы его, кстати, включим, чтобы поглядеть, как там, что работает. Ну, все-таки он рабочий. У, бляха, холодильник. Запакованный весь нафиг. Нет, здесь, конечно, все побольше, так сказать, масштабом, чем у других было. Хотя я не знаю, как я буду первым редактировать этих роликов. Так что тут уже, блин. И вот опять же, не вижу никаких призм тут нафиг, блин. На ютубе кубли, блин, сколько раз, блин, что призмы стоят у некоторых, блин. У меня ни призм, ничего нет, блин. Походу, ну тут, блин, хрен вот просто так снимешь от холодильника. Ну чё ж, давайте посмотрим, что хоть там внутри. В этой коробке. Ой, какие мелкие болотики-то. Ну какие же они мелкие. Ужас просто, просто ужас. А вот здесь уже система поинтересней. Сфокусироваться тут решил. Здесь уже вот здесь фильтр стоит инфракрасный. Можно настроить зеркало выходное. В этом выходное зеркало. Видите там? Кстати, оно не выпукло нифига. Почему-то это. Просто круглое выходное зеркало. Кристалл ЛБО. А здесь алюминиевый триогранат должен стоять. Конечно, не знаю, как это дело. Вытащить. Да, в принципе. Сейчас вот это откручу, покажу все дело поближе. То есть вот то, что зеркало можно ставить, это уже интересней. Более приятней. Да, все настраивается. А еще, конечно, приятней. Не поверите, что. Это все легко отключается. Это тут во много раз приятней. Здесь вот так придуман этот модуль, просто здесь можно выдернуть шлиф и рассмотреть его со всех сторон. То есть снять эту коробку нафиг. Не отпаивай ничего.
Вот. Вот. Такая здесь штука соединяется, и можно нафиг ее убрать. И снять вот эту штуку. Вот, кстати, инфракрасный фильтр там стоит. Здесь выходной объектив. Кстати, там еще должна рассеивающая линза быть под этой штукой. А, ну чё ж. Такие модули мне, конечно, уже больше нравятся, потому что все разборное довольно-таки. Но, конечно, есть свои подводные кирпичи. Сейчас я вот этот холодильник сниму, чтобы мы его могли детально рассмотреть. Чего-то... А, ну вот. Туда сдвинуть, чтобы он снялся. То есть контроль температуры здесь конкретный. Ну, просто не снимается. А, вот, снялся. О. Блин, как раз все красивее выглядит. Сейчас идет, идет еще покажу поближе. Мелкие-мелкие болтики. Достали уже нафиг, блин. Эти болтомены. Может, на диодом нафига их накрутили. Тут крышу. Сделать по какой-то хрен диодом. Вот так сделал, 473 нанометра. По крайней мере, я думаю, то что мощность у него 20 милливатт, если верить этому названию, вот этому. То есть, ну и сам по себе он, конечно, не яркий был, но сделан очень качественно. Там выходное зеркало он стоит. Кристалл ЛБО. Так. Здесь Яг или алюминиевый тревогранат. И двояко выпутало из... Стоп, нифига не двояко выпутало. В одну сторону выпукло, зараза. Ну, я про линзу, про эту, которую диод фокусирует. Это почему-то в одну буквы. Ну, конечно, и отдельные холодильники здесь. Элементы пельтье. Вот здесь. Если кто не видит, это элемент пельтье длинный такой. И вот здесь, кстати, он тоже длинный. Вот здесь, что нравится, то, что любую платформу можно довольно-таки легко открутить. То есть, элемент пельтье не прям стоит вот на этой. На это, как сказать, станение, допустим, приклеенное клеем, а провернутый болтиками он стоит здесь, как и все содержимое. То есть все легко можно открутить и прикрутить назад потом. Конечно, если элемент пельте сгорит, его довольно-таки будет, ну, придется приклеивать.
на эту станину. Не знаю, мне кажется, не кажется, ну, вот по ходу зеркала, да, вот там, оно, по ходу, сбилось, что ли, с кристалла. У меня вот такое ощущение. Да, вот здесь зеркало, оно чем-то ровное. Ровное зеркало стоит. Здесь вот отсюда хорошо видно. Я вот про эту часть. Что-то не понял. Там, видите, зеркало стоит. Большое, круглое, толстое зеркало. Такой модуль, конечно, уже сделан поприятнее и разборан довольно-таки. Когда-то, кстати, был очень модный 473 нанометра, ну, там синий, вот не было синих лазерных диодов. Но есть, конечно, вот мощные такие стояли в проекторе, то есть лучше бы, конечно, тогда сам действительно там лупили на хрен знает сколько, и были тонкие и не расходились. Как-то так. ЛБО, кстати, его не желательно тоже не трогать здесь. Он чем-то покрытый, какими-то оксидами. Датчик температуры контроля. Ну и сам диод. Если кто видит. C-mount. Крепление болтом. Вот он. Там столько площадок. Значит, не знаю, какой мощности надо на 20 милливатт. Но здесь кристалл уйдет, похож, как будто примерно как ватт 5, что ли, это самое. Такой довольно-таки большой, контактов много к нему идет. Ну, то есть не мизер, а длинным. Да. Ну что ж, кому понравилось, смотрите подобные ролики, развивайте свой кругозор, можно так сказать, в данной сфере. Всем привет еще раз, а мы продолжаем кабинет 473 нанометра, и сейчас мы разберем его драйвер, чтобы поглядеть, что там хоть такое нафиг нам приготовили. Интересного. Мы тут приготовили уже болт. Супер клеем. Который хрен откручишь. Да, да, вот я вижу, что мне супер клеем капнули. Специально, чтобы никто не открутил нафиг, блин. Такие добродушные, походу. Здесь, наверное, еще один. Заклеили специально. Вот это гребаной этикеткой. Сейчас ничего никогда это не даст. Ну, вот это уже без суперклея. Это тоже что-то как-то не весело идет. Транзисторы стоят какие-то. Так, тут хорошо идет. Тут, конечно, да, здесь значит, в таких вещах. Нахрена начали конкретно.
Аж со всех, блядь, сторон, нахуй. Два-то. Один уже съебаться захотел. Чтобы меньше, типа, охота было разбирать у кого-то подобные вещи. Открылась. Там у нас, короче, куча пыли насосался, зараза. Ну так, ну что мы здесь видим нафиг? Конечно, кучу всего. Вот этот вот блок питания на 220, вот так идет. А вот дальше идет уже якобы как модуляция, управление и все такое. Здесь силовые ключи стоят. Ну, транзистор. Стабилизатор напряжения стоит. Какой-то из них, нафиг. Так, out. Так, ну, кстати, модуляция куда подключена. Мне интересно, вот тут подключен провод модуляции. Подключен, зараза, к ТТЛ. Да, надпись ТТЛ написана. Значит, кто видит? То есть, походу, он тоже ТТЛовский. Второй идет шлифом, точнее провод красного, он идет к питанию, вот от этих светодиодов нафиг. Ну и как бы все. То есть это самое, что где-то здесь написано аналог, я не вижу. Хоть, конечно, так и сделал. Круто довольно-таки. Переключалками, совсем таким нафиг. Ну, на самом деле, типа вроде как ширпотреб. Сейчас я вам покажу, как работает 473 нанометра. Сейчас я его включу. И вот. Вот так он. Так. Можно сказать, началась его генерация, и сразу уже точка. То есть без всяких линз дополнительных каких-то. То есть сразу точка. Сразу. С выходного зеркала, вот с этого. Выходит точка. То есть внутри кристалла ЛБУ вот этого происходит самофокусировка.
То есть вот этот кристалл, вот в этой медной баночке, кристалл удвоитель, Яга называется, алюминиевый ядровый гранат, по-другому, который удваивает частоту 808 нанометров до 964 нанометра, по-моему. И потом уже ЛБО удваивает до 473 нанометра. И, как говорится, то, что излучение у них, оно уже, конечно, такое, ну, не то, что там, вот, как вот говнодиоды всякие, вот, которые, ну, не похожи на лазер, просто не похожи. Здесь уже сразу тонкий, яркий луч выходит. То есть, если, конечно, еще поставить оптику, ну, которая вот здесь в модуле стоит, конечно, точка будет еще красивее. Ну, то есть, будет та точка, которую обычно на значках, на лазерных ставят. То есть, звездочка. Вот так выглядит его луч. Сразу говорю, в комнате ни пыли нету. Кстати, полы я вымыл. Полы там, можно сказать, то есть, чтобы, как говорится, более-менее чисто было. Ну, имеется в виду, беспылевая такая, больше беспылевая среда. Ну, естественно, конечно, включал увлажнитель еще. Но, тем не менее, конечно, в лучике все равно присутствует. И вот так его действительно видно, ну, то есть, без дыма, без ничего, то есть, вот как он есть, сам луч. Довольно-таки хорошо видно глазом. Поль, конечно, он на такой маленькой мощности. 473 нанометра. Ну, там. Точка с выходного зеркала горит. Такая точка, она именно самого зеркала уходит. И довольно-таки, кстати, далеко светит. То есть давайте вот я вам еще. Поближе, вон там инфракрасный диод светит вот в эту линзу. Эта линза уже фокусирует излучение диода на алюминиевый ядровый гранат, который удваивает частоту. То есть он довольно-таки темный, сам гранат. То есть, ну, чтобы он, как говорится, начал что-то удваивать, естественно, на него большую мощность довольно-таки подать надо. Ну, естественно, чтобы и выходную получить нормальную мощность. Ну, честно говоря, конечно, не сравнить там со всякими 400, 450-ми диодами, которые, ну, не дают вот такого тонкого луча, самое, действительно, вот такого вот именно лазерного эффекта. Как вот это самое. Ну, многим, можно сказать, кому довелось, допустим, на ОПНР побывать в 90-е годы. Раньше лучи были тонкие. То есть не толстые, как сейчас там, которые как фонарь, а именно тонкие. Вот, можно сказать, конечно, мощность небольшая была. Что ж поделаешь? Ну, зато. Тем не менее, яркая была. А уж в тумане, конечно, его и подавно хорошо было видно. Сколько? А, это, наверное, от линзы отражается. Дофига излучения. Да, вот это вот инфракрасное излучение, да, на него, конечно, лучше глазами не глядеть, конечно, естественно. А иначе глазки-то можно, сам того не зная, попортить себе. То есть как будто видно, как будто как удваивается частота внутри ЛБО. То есть
И нет, вначале белый, как будто горит, а там вот как будто уже такое вот бирюзовое. А зеркало тоже, кстати, в сторону отблески есть, конечно. Да, вся эта, конечно, система стоит на элементе питья. Не знаю, говорил, не говорил, внизу, который вот здесь стоит. Также здесь датчик температуры. Датчик температуры ЛБО и алюминиевый тревога граната. Так, ну чё ж, на этом все.